В начале июля мэр Магадана Юрий Гришан подписал распоряжение о назначении руководителем аппарата мэрии заместителем мэра Светланы Колмогоровой. Ранее с 2016 года она возглавляла департамент образования мэрии областного центра. Что интересно, новый ответственный участок работы Светлана Леонидовна будет совмещать с кураторством системы образования Магадана. Наверное, когда мы переходим на другое место работы, самое главное, это поступление предложений. Поступило предложение, я его приняла. Образование действительно остается за мной, и я вообще-то всю жизнь посвятила образованию. Я работала в 24-й школе, начинала с учителя, далее департамент образования, поэтому вся моя трудовая деятельность, она посвящена и связана с образованием города. И вот к этому большому пласту работы, которую, в принципе, я знаю, поступило еще интересно новое направление, это все-таки аппарат мэрии, его функционирование, обеспечение функционирования. За достойный вклад в развитие системы образования Светлана Леонидовна отмечена государственными и ведомственными наградами. Отличник просвещения Российской Федерации, почетный работник образования города Магадана, имеет звание отличник муниципальной службы, многочисленные поощрения от имени мэрии города Магадана и правительства Магаданской области.